Друзья, всем привет! Опять рецепты от мамули. Делаем пельмешки. Мама, значит, кусок свинины из морозилки вытащили, вот, режет и пропускает через мясорубку. Пельмешки будут вкусные. Так, лучок почистили. Это тоже сейчас помыть и измельчить мясорубки, правильно? Я правильно понимаю, ма? Сюда его, да? Так. И порезать, и, короче, и в мясо. Все. А, еще чесночок, 2 зубчика. Просеяли муку, яички, 2 яичка. А это что, водичка? Так, 2 яичка. Масло. Что за масло? Оливковое. Оливковое маслице. 2 ложечки. 3. 3 ложечки. И водички. Тепленькой. Тепленькой водички. И все это мешаем. Получается тесто. Мука просеянная. Так, теперь берем тесто в пакетик и выдерживаем его полчаса. Где, в холодильнике? Нет. На столе выдерживаем его, чтобы оно поднялось. Нет, не поднялось, а просто оно все полчаса. А, просто полчаса. Чтобы просто полежало, да, созрело? Да. Тем временем готовим фарш для пельменей. Значит, выгружаем лучок в мясцко. Чуть-чуть посолить щепотку и поперчить. Вот таким образом. И месим вручную. Вот. Руки, естественно, помыть с мылом. Отрезаем кусочек. В общем, продолжаем лепить пельмешки. Прошло полчаса, и мы уже лепим пельмешки. Делаем колбаску. Такую колбасочку. Все, ручная работа. А у тебя этой скалки нету, этой железной? Нет, пельмешки сами лепить много. Хозяин любит ручную. А, ручную? Ну тогда ручную. Типа вареников, да? Типа пельмени. Пельмени? Конечно. Какие же вареники? Он любит ручную, чтобы лепила. Типа вот так. Мясо. Вареники получаются. Ну как вареники. Пельмешки-то они другие, они как в магазинах продаются. А, вон они какие, да? Ну, вот теперь на пельмешки похоже. Во. Круто. И все, и пельмешки готовы. И здесь складируем. А потом на заморозку, да, в холодильник. Холодильник. В морозильник ты имеешь в виду? Вот, морозилку на заморозку. И все, и на хранение. Потом, когда кушать надо, с морозилки достаем и в кастрюльку. И варим водички, короче. И потом кушаем. В общем. На этом, наверное, пока мы закончим, но процесс поедания я вам покажу чуть позже. Для вас сделаем это. Так, все, убираем в холодильник, в морозильник. Все, ждем, пока заморозится. А потом в пакетик и в другой морозильник, да? Или здесь будет лежать? Только в пакетике, когда замерзнут. Все понятно.
Так, ребятишки, вот и пельмешки наготовились. Наготовились, наварились пельмешки. Мама, короче, мне масло положила, я увидел, говорю, ма, ты что мне масло положила? Я не ем масло, это сливочное. Здесь пальмовое масло, здесь нету ничего такого. Короче, отложили его нафиг. Вот эта вот водичка называется уксус. Уксус разведенный, да, ма, с перчиком. Вот. Теперь вот так вот берем, макаем. И загружаем, загружаем, не очень горячий. Ну ничего страшного, мы хотели. И пельмешки. Как давно я их не ел. Хорошие пельмешки. Это вам не магазинная пельмешки. Это совсем другое дело. Отлично. Отлично. Можно себя побаловать немножко и пельмешками. Ничего страшного не будет. Конечно, усугублять не надо. Пока я у мамы, можно поесть. Все равно их потом никогда есть не буду. Я знаю себя, поэтому я... Знаю, что я их не буду есть. Поэтому здесь себе позволю. Вот. Мама говорит, что... Что, говорит, они не слиплись, маслица положить надо. А я маме говорю, что они не успеют сейчас слипнуться. Я их сейчас быстренько оприходую. Вот. Попугайчик чирикает, чирикает. В общем, всем спасибо за просмотр, всем спасибо за лайк. Ну, за комментарий, конечно, который ты написал, мой друг. Сердечный под этим видосом. Напиши, как нормально заходят такие видосы, не заходят. Вкусно вам было, невкусно. Слюна потекла, не потекла. Все, пишите, все, мне все интересно. Давайте. Жду вашей реакции. Не забудь поставить мне лайк. Не забудь поставить. Угу. Все, всем пока, до следующих видосов.